А, кстати, эти мечи на добычу один. Я только сейчас это увидел. Давайте проверим. Кстати, только сейчас заметил. А, во. Короче, я заметил, что... Что? Буква Д. Пишите комментарий под этим роликом. Лучший попадет в следующую серию. Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня я вам покажу мод, который добавит вам огромное количество, ну, просто огромное количество всяких самурайских мечей, катан и всяких вот таких вот, ну, ножей, мечей, катан, да. И, друзья, кто впервые на моем канале, обязательно нажимайте на красную кнопочку подписаться, а также нажимайте на колокольчик. И не забывайте ставить лайки, после 100 лайков сразу же скину ссылку на этот мод. Так что обязательно ставьте сейчас лайк, 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 лайк. И, друзья, давайте сейчас начнем же обозревать этот мод, потому что это реально будет круто. И да, возможно, я еще и нубик в Майнкрафте, если кто пришел ради нубика, то я нубик в Майнкрафте, да. Так что представляйте меня как нубика. Ладно, берем катану. Вот первая, ребят, катана, она как бы вот так вот выглядит, как будто она у нас... я забыл, как это, на поясе или как, я не помню. Например, у Леонардо в Черепашках-ниндзя она была как-то сзади. И это были у него мечи или катаны. Он их назвал то катаны, то мечи, я даже не знаю. В общем-то... Они у него были сзади, ну а вот это вот... У некоторых самураев он в поясе, а у некоторых просто сзади. На спине, там, на спине, в чехле из-под самурайских мечей. Ладно, давайте начнем. Итак, берем меч, и он у нас вылазит из чехла. Ага. То есть, смотрите, первый раз мы просто чехол полностью берем, насколько я понял. А, нет. Так, я чуть не понимаю. Это он сразу без чехла, да? Да, он, походу, сразу без чехла идет. И... Точнее, как эта штука называется, ребята? Напишите в комментариях, кто разбирается, что такое... Как называется вообще-то чехол, в который этот ложится меч, потому что я не знаю. В общем-то, вот, мы берем меч и сразу же начинаем атаковать. То есть, берем, атакуем, и вот, как вы видите, корова прям подпрыгнула вверх, и у нее какой-то эффект, что ли, появился. Она так офигела прям. И еще раз ее подкидываем вверх. И еще... А, так я могу и так просто бить, да? Насколько я понял. А зачем тогда правая кнопка мыши вот так вот делать? А ну-ка, может быть, я могу подойти? Правая кнопка мыши? Не, ничего нету. А если прижму? Нет, ничего не будет. Ну, как бы он и так подпрыгивает, поэтому даже не надо нажимать правой кнопкой мыши. Окей, вот такой вот Slash Blade, который... Какой здесь какие-то BCC... CCC и лимит. Я не знаю, что такое. Плюс 7, плюс 7, плюс 17. Не знаю, что это такое, но крафтится это просто легендарно сложно. Либо так, либо так. Ну, крафты сложные. Я вам скажу так. Ладно. Slash Blade зачарованный. Крафтится он таким вот образом. Кстати, что это за снежок? Blade Sout Ingot, окей. Который крафтится из Proud Soul и железного слитка. Кстати, из чего этот Proud Soul крафтится? Из Тини Proud Soul, а Proud Soul из Proud Soul. Окей, я понял. Короче, это, наверное, новая руда. Скорее всего, новая руда. Либо как-то еще она добывается. Давайте возьмем зачарованный, и он просто, наверное, сильнее. Да, мы просто его поджигаем. Ну, как бы поджигается, когда мы бьем. Ну, такой вот меч, то есть то же самое, только поджигает. Окей, следующее, это вроде бы как заготовка. Да, вот эта вот штучка... под названием Anonymity Wood. Это деревянный, короче, как бы изготовитель. Стоп. А, это меч уже, лол. Окей. Короче, это крафтится очень легко. Это деревянный меч и два тропического дерева. Окей. Берем это тропическое дерево, попытаемся ударить. И тоже коровка подпрыгивает. Ну, это неплохо. Со скольки ударов убьем? С четырех. У коровы вроде 10 хп. Блин, что-то... Фиговенько. А, так тут урон можно посмотреть. Два. Урон 2, это очень мало. И как-то... Ну, честно говоря, не очень. Да. Ну, это деревянный меч, он самый легкий. Легче всего крафтится. Точнее, деревянная катана. Кстати, выглядит довольно-таки красиво. Но не понимаю, что это такое. Зачем правую кнопку мыши нажимать? Ладно, далее у нас идет... Эй, что? Ну, по-другому. Broken Blade White. White? Да, White. Так, крафтится он таким вот образом. И наносит уже 6 урона. Это, кстати, уже вам, ребята, много, да. А, нет, это не то. А что 6 урона наносит? Почему тут все по 2 урона наносит? У меня вопрос. Ладно, неважно. Потом посмотрим еще. Мы еще, ребята, насмотримся. Не забывайте ставить лайки. Так, это мы уже только что делали или нет?
бьем вот этой катаной. Кстати, было бы круто еще, если бы самурайский костюм был. А ну-ка, есть ли самурайский костюм? Нет, самурайского костюма нет. Есть такие вот предметики и сами катаны. Ну, жалко. Я бы поиграл бы этими катанами. Так, ну и в принципе ничего такого сверхъестественного нет. И эффектов никаких тоже нет. Так. Я даже это читать не буду. Скэбберт. Скэбберт как-то. Я не знаю, как это читается, честно говоря. Скаберт, блин. И, кстати, вот так вот прикольно он выглядит. Но это, скорее всего, лезвие. Kill count 0, proud soul 0. Скорее всего, если я не ошибаюсь, это лезвие. Либо это штука, в которую вставляется меч. Я не знаю, похоже на лезвие, честно говоря. Но да, мы ничего не наносим. Походу, это реально для того, чтобы делать сам меч. И, кстати, сейчас какой-то офигительный меч. На отдачу 2, гибель насекомых 2, прочность 3, добычу 3, а заговор огня 2. Is demo item. Is wooden sword true performance. Please crafting. Пожалуйста, скрафьте этот демо-айтем, короче, это типа альфа-версия этого... А, блин, окей, короче, чтобы это скрафтить, нужен этот, из дерева меч, короче. Я понял, да, все. Итак, деревянный меч нужен, вот эта штучка, само лезвие и... Proud Soul. Это, скорее всего, это новая руда. Но я не уверен. Но я не знаю, честно говоря. Но, скорее всего. Кстати, выглядит отлично. Выглядит круто и недешево. Посмотрите просто на эту текстурку меча, ребята. Это здорово. Достаем его вот таким вот образом. Я понял, зачем его доставать из чехла. Это красиво выглядит. Посмотрите только на эту текстуру. Это все Майнкрафт. Боже, ребята, это в Майнкрафте. Вау. Ну, это красиво сделано, согласитесь. Реально круто. Прям высовывают, прям круто. И бьем. Убиваем с одного удара корову. То есть это уже 10 хп. А нам пишется только 2. Это странно. Давайте возьмем тогда кого-то более сильного. Это, например, свинозомби у нас будет. Ну, я всегда беру свинозомби, потому что они не горят. Это круто. Раз. Два. Три. Эй. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Чё-то вообще много. Такое ощущение, кого-то по 3 хп снимало. Или даже по 2 иногда. Странно. А ну-ка, если корову, то с одного, что ли? А как я убил с одного удара корову? Походу, она уже была бита. Потому что что-то не то. Я убил сначала с первого удара корову, а потом не с первого. И как это работает? Хрен его знает. Ладно. Руби Nameless. Nameless, окей. Давайте посмотрим, как он будет. Кстати, что он крафтится. Это не то. Это не то, это крафт этого. Алло, это не то. Мне вообще впаривают что-то не то. Кстати, выглядит тоже опять-таки красиво, недешево. Давайте таймсет 1 сделаем. Выглядит красиво. Согласен. Но все-таки. Блин, что-то мало, 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 мало. Раз. Опа, смотрите, какой-то эффект нанесся, либо ему, либо мне. А что за эффект? У него пузырьки появлялись. Я не знаю, но какой-то крутой эффект. Прям очень крутой. Ладно, следующий меч. А, кстати, эти мечи на добычу один, я только сейчас увидел, давайте проверим. Кстати, только сейчас заметил. А почему я не могу им бить? А, вот. Короче, я заметил, что... Что? Буква Д. Что это за хрень? Почему у меня вверху справа появилась буква Д? Ребята, только сейчас заметил. Только сейчас узнал, что так можно делать. Что происходит? А ну-ка, ребят, давайте посмотрим, что будет, если эту букву D увеличить. А ну-ка. Офигеть, посмотрите, как эти мечи могут круто работать. Боже, ребят, я не думал, что этот мод настолько крутой. Посмотрите на это. Он просто... Вау. Все, мне понравился мод. Я буду теперь с ним играться. Это крутой мод. Все, простите за то, что я говорил про этот мод. Чушь. Это... Офигительный мод.
серьезно. Так, что это? Hardwood... Не буду читать даже. Так, посмотрим на это. Он зачарованный, кстати. И давайте попробуем с его зомби. Так, блин, зачем я вообще... Три удара. Три удара. Офигительный мод. Все. Простите, прощение, разработчики этого мода. Мод реально крутой. Мне уже нравится. Давайте досмотрим чуть-чуть мечей и будем уже заканчивать. И давайте... Блин, реально, мод интересный, мод крутой, и мод мне реально нравится. И тут, блин, я не знал, то, что такие вот эффекты можно сделать, то, что он будет подпрыгивать, буква С какая-то. Я не знаю, что это такое. Серьезно, только впервые увидел, я просто решил понажимать много раз. Буква Б. Офигеть, ребята, то есть... Взрывы. Я влюбился в мод. Все, ребята, это навсегда. Я могу бить сразу. Ха, ха, я. Я черепашка, не, я Леонардо. Ха. Ха. А, я, оказывается, могу теперь бить и правой кнопкой мыши тоже. А его я не могу бить правой кнопкой мыши. Чё за лол? Мод классный. Мод крутой, простите, что что-то говорил на разработчиков. Я могу... Это, наверное, оценка СС. Как в черепашках ниндзя, батон Эксусе. Там тоже СС оценка есть. Блин, мне нравится этот мод. Я хочу вторую часть по этому моду записать. Ребята, я обязательно запишу вторую часть по этому моду, потому что я просто обязан допроверить все мечи, потому что мод реально крутой. Этот меч крафтится из Tiny Proud Soul, из Anonymity Nameless и из Blade Souls. Это не то крафтится. А это Rust Blade какой-то. Что-то вообще не то крафтится. Ну тут их куча, ребят, тут куча этих мечей. Вау, вот это вот жестко крафтится. Надо будет потом его тоже проверить. Блин, реально, ребят, все это жестко. Это круто, жестко и реально прикольно. Broken Yamato. О, Хамата Йоши. Хамата Йоши. Ну это какой-то хреновый меч, честно говоря. Что это такое? А, это... Ну, я только сейчас заметил просто. Это сломанный меч, можно так сказать. Хрень. Ну... Офигеть! Я не посмотрел, как они выглядят, если их выкинуть. А-а-а! Пипец! Ребята, вы только на это взгляните! Так они выглядят, если их выкинуть! Вау! Это однозначно самый лучший мод, который я видел за всю историю Майнкрафта. Ребят, никакие мобы, никакие... Еще и так берется. Класс. Ребят, никакие мобы, никакие новые предметы, никакие новые порталы, миры, крафты, ничего из этого не сравнится с этим модом. Это круто. Это много. Это круто. Это разнообразие. Блин, ребята, это очень крутое новое оружие в Майнкрафте. Все, кому понравился этот мод, и я даже поставлю сам себе лайк, вы тоже это сделайте, поставьте мне лайк, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на этом канале, будет больше обзоров, больше всяких нубиков и не нубиков, туториалов, обзоров, всего-всего Майнкрафт, также прохождение других игр, обязательно заходите на мой канал, подписывайтесь, лайки не забывайте, добавляю всех в друзья ВКонтакте, отправляйте мне заявку, я вас добавляю, так что давайте, ссылка на мой ВК будет в описании, все будет в описании, поэтому, ребят, на этом все, вторая часть этого ролика обязательно будет, точнее этого мода, огромного мода, конечно же, будет вторая часть, ставьте лайки, 100 лайков, сделаю вторую часть, отправлю ссылку на этот мод, все, на этом все, ребята, всем удачи, всем пока.